Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Ну что же, продолжаем задание за растение. Так, я хочу сыграть за перца в зомбополис. Будем играть против супермозга. Поехали. Я уже, честно говоря, попробовал сыграть бой. Я знаю, чего от него ждать. Ребята, очень будет много здесь надгробий. И я подгадал такую колодочку, где у нас очень много карт против надгробий. Смотри, что делает, а? Нам нужно желательно его как можно быстрее уничтожить. Давай-ка, наверное, вот так с тобой сделаем. Сразу его бомбанем с тобой. Ну-ка. И отсюда. Отлично. Так, у нас есть кукуруза. Он сейчас будет свои надгробия здесь выставлять. Видишь, да, что происходит? Поэтому мы будем с тобой, естественно, прикрываться. Ага. Плюс мы с тобой сделать можем шаманство. Вау. Отлично. Ну, этого шитика мы с тобой уничтожим. Без проблем. Очень хорошо. Так, вот я думаю, дальше что нам сделать? Ландшафтик с тобой, а? Ландшафт или сделать сюда... фасоль. Ой, фасоль, это же фисташка у нас. Блин. Просто заставляют меня так поступить. Давай смотреть, кто тут. Ой. Ой-ой-ой, ну мы его уничтожим. Да, друзья мои. Так, а дальше? Дальше у нас есть еще галактический орех. Ага. А я вот так вот сделаю. Это раз, и во-вторых, пускай вот здесь вот будут у нас появляться подсолнухи. Кто у него тут? Ой, а вот это плохо. Да, мы его подбить не сможем. Не хватило немножко нам урона. Так, сейчас он еще, наверное, здесь бросит косточку и, соответственно, появится надгробие. Опачки. Подсолнух нам здесь очень хорошо помогает. Ага. Уничтожать надгробие. Вот самое интересное, какое здесь надгробие лучше всего подбить. Давай попробуем вот это. Ага. Понятно. А дальше мы с тобой сделаем вот так. Зашибись. Ну, в принципе, пока и все. Кто тут появляется? Блин, этот вонючий пират, а? Зомби-пират. Что он сейчас сделает? Хм, ничегошеньки. Он прокачивается за то, что наносит мне урон. Так, а у нас еще один подсолнух здесь появляется. И это круто. Прочерк все получают, да, если я применю вот это вот заклинание. Но я, честно говоря, не хочу пока. Сделаем с тобой сюда орех, выставим галактический. Какую нам карту дадут? О, обычный орешек. С атакой 3-6. Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. Посмотрим. Опачки, рикошет. Кого? Наверное, его, да? Блин, орех мне отрикошетил, а ты посмотри. Плюс, ага, зомби наносит бонусную атаку. Вот гаденыш. Ты посмотри, что творит. Прокачивается, конечно же. Да, минус один подсолнух. Но это не страшно. Вот этот меня больше напрягает. Вот этот меня больше напрягает. Что мы можем с тобой сделать? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Ты что тут надгробий столько напускал? Так, три или меньше. Три или меньше. Если я поставлю сюда, например, кактус. Так, мы тут урон нанесем, да? Плюс я могу сделать... Ага. А этот прокачается, да? Нет, я этого не должен позволить. Я этого позволить не должен. Что мне сделать? Наверное, сделаю вот так. Это раз. Во-вторых, нам нужно с тобой вот так сделать. Ну и ко всему прочему поставим сюда вот так орех. Так, смотрим, ребят. Ё-моё! Куда он перемещается? Сюда, да?
Ну что же, давай, уничтожили, плюс урон. А, даже своим же наношу урон, господи, вот это я зря сделал. Так, ну что, 3 хп у него остается. Нам надо как-то с тобой здесь разруливать ситуацию. Гаргантюа. Ну, давай поставим с тобой орех галактический, посмотрим, что нам здесь за карта выпадет. Оу, бравые ребятушки, да? Так, при разыгрывании растения со способностью команды, все растения со способностью команда получает плюс 1 к атаке. Плюс 1 к атаке. Так, что нам здесь с тобой замутить? Нам всего лишь 3 урона нужно, да, ему нанести. Но если я сделаю вот так, вот, предположим. Давай смотреть. Зомби наносит бонусную атаку. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё там рикошет применяет? Так, защита. А вот эту карту я приберегу. Все, ребят, побед за нами. Приберег карту. Я, честно говоря, думал, сейчас хернемся с тобой, но, как видишь, все хорошо у нас получилось. И у нас первая победа. Ну что, двигаемся с вами, да? На второй бой. И здесь у нас... Не знаю, кто будет, давай я, наверное, возьму здесь бабаха. Будем с тобой играть. То бабаха будем брать, то, опять же, возвращаться к ореху. Так, а у нас бесячество. Так, и что у нас здесь выпадает? Ага. Фруктовый микс. Слушай, в принципе, меня устраивает. Я, пожалуй, так и оставлю. Он ничего не стал выставлять. А мы тогда поставим с тобой горох на воду. Отлично, урон в лицо сразу же ему. Без компромиссов. Так, не забываем, что у нас есть мина. Да, конечно, ага. Слушай, а тут выбор, либо взорвать его, либо фруктовый микс. Давай, наверное, взорвем его миной. Пускай так и будет. И сделаем с тобой шаманство. О! Луна нам достается. Нет, все, в принципе, хорошо, но у меня нет боевых карт, так скажем, да? В основном все заклинания. Еще одна мина. Так, надгробие. Слушай, мне это не нравится, поэтому я вот сюда поставлю мину. Да и все. Пропускаем ход. Ага. Она же сейчас смоется, да? Переместится. Ай-яй-яй-яй-яй, подловила. Ладушки. Что мы можем с тобой сделать? Можем взорвать. Опачки. Можем взорвать. Хотя, да. А что нам мешает? Да ничего. Делаем с тобой вот так вот. И можем с тобой сделать вот так. Блин. 5 хп, а повреждения всего 4. Чтоб тебя. Ладно, пускай хотя бы так будет. Смотрим, что дальше. Оу. Кукуруза у нас тут. Да иди ты. Выставляет здесь гаргантюа. Слушай, ну нам нужно прикрываться хоть как-то. Все равно выбора особого нету. Поехали. Бамс. Нормально, он сейчас выбросит этого халапенью свою. Так, этого мы с тобой уничтожим. И единичку в лицо. Так, я могу, в принципе, выставить вот это растение, да? Воу, 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 воу. Парень, а ты не оборзел ли тут, а? Гаргантюа своих ставить. Слушай, он, по-моему, оборзел в корень. Как мне быть? Давай, наверное, сделаем вот так вот. Поехали. Другого варианта я просто пока не вижу. Предположим. Так, куда он его? А, на воду бросил. Ладно, здесь мы его накроем. Еще 5 в лицо. И еще 4. Так, слушай, вот этого, наверное, мы с тобой уберем отсюда. Так, ну и мелкого уничтожаем. 7 энергии. О! Хоть где-то нам, ребята, повезло. Ну что, выставляем с вами, как говорится, кокосового короля. Вот таким вот образом. Ну и смотрим, что он там сейчас будет делать. Ага, наносит 4 единицы урона.
плохо. А зомби получает плюс 3 к атаке. Тоже не очень хорошо. Ну ладно. У нас есть с тобой кукуруза. Мы сейчас всех с тобой просто здесь завалим. С помощью этой кукурузочки. Ну что, поехали? Сейчас посмотрим, кого он тут поставит. Ага, ага. Ты такой довольный и крутой. Вжариваем. Всех, да? Уничтожаем с тобой. Погоди-ка, а почему она выжила? Почему выжила эта зомбариха? Объясни-ка мне. У нее же было... Рикошет растения? Зачем он так делает? Я не понимаю, ребят. Это было глупо на самом деле, потому что я опять же буду выставлять. От безвыходности, что ли? Ох, у нас еще и вот что есть. Ну, тогда им вообще не повезло. Давай-ка мы, наверное, с тобой... Нет. Сделаем все-таки вот так вот. По старой школе, да? Этих уничтожаем. И пропускаем с тобой ход. Смотрим, что он будет делать. Ничего. Ну что, бесенок, тогда все. Твоя песенка спета, я так понимаю. Угу. Наносит одну единицу всем. Даже этому. Ну а мы сделаем с тобой вот так. Это раз. А во-вторых, вот так. Но какие там у тебя планы? Вообще ничего у него нету, ребята. Поэтому ему кранты. Конечно, здесь появится пиратик. Но это ничего страшного. Так, галактический орех. Надгробие, да? Выставляет. Ну, я тогда сделаю вот так вот. Ух, супер свекла. И можем... Давай сюда орех еще поставим с тобой. Нам всего нанести 6 единиц урона. Оу, ёпарса, ты что нам выпало-то здесь? Как ты думаешь, сможем мы его сейчас порвать или нет? Так, а вот прочерк это, конечно, плохо. Ладно, поехали. Зомби прячется под надгробие. Ага, я не смогу пробить. Понятно. Защита у нас срабатывает. Все, ребята, победа за нами. Отлично, мне понравилось. Так, ну что, а сейчас мы будем опять воевать против супермозга. Что такое? Ага, разыграйте 3 ягоды. Ну, попробуем. Они периодически у нас выпадают. Так, меняем с тобой бабаха на, конечно же, орех. Потому что здесь у нас будет опять супермозг. Ну что, друзья мои, приходится переигрывать этот уровень, потому что сосед с перфоратором делает такую дичь, что я не слышу даже своего голоса. Поехали. Супермозг. Ну и посмотрим, что нам здесь достанутся за карты. Все, конечно же, зависит от них. Слушай, ну вот эту вот можно оставить. Вот эту можно оставить. Так, кактус, наверное, поменять. Или же... Так, давай вот этого поменяем. И, наверное, кактус. Вот, вот это меня вполне устраивает. Поехали. Ну что, супермозг. Ничего он не стал делать. Вытягивает 2 карты. Началось, короче. Добор, да? У нас опять с тобой никакого хода нету. Хотя, может быть, ничегошеньки. Ход зомби. Блин, вот это плохо, что он вызвал 2. А вот это вот не есть гуд. Вызвал 2. Как нам с ними справиться теперь, подумай-ка. Ага. Слушай, ты оборзел, что ли, совсем, а? Да посмотри, что творит. Ну что, давай, например, я сделаю вот так. Мне все равно другого варианта нету. Так, он нанесет урон. Ну и одного мы с тобой шлепнем. А вот что дальше делать? Ума пока не приложу. Ага, получает плюс 4. Нет, наверное, я пока не буду никуда его двигать.
Надгробие. Слушай, нам вот этого и вот этого нужно как можно быстрее щелкнуть. Но как это сделать, а? Этого-то понятно, можно шлепнуть. Ладно, я сделаю тогда. Уничтожает, да? Уничтожает надгробие. Все. Ладно, я пока не буду трогать, посмотрим, кто там появится. А в данный момент я, наверное, сделаю... Сделаю вот так. Плюс шаманство. Оу, слушай, вот это круто, ребята. Так, рикошет, кого? Ну, конечно же, ягоды, наверное. Смотри, 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 сразу его набафывают, все дела. 4 в лицо мы с тобой получаем. Слушай, мне бы вот до этой дожить, я бы тут устроил бы такой переполох бы им. Но вряд ли у меня, наверное, получится. Хотя, кто его знает. Так, мы можем с тобой хильнуться, да? И можем нанести урон. Слушай, так, наверное, будет лучше. Давай хильнемся. Так, 4-6, 6-8. 6-8. Слушай, а у него нет случайно там такой подленькой карты, а? Которая может просто уничтожить. А мое растение? Не знаю, давай смотреть. Смотри-ка, нету, он бы мог применить безумие. Или как ее? Кровожадность. Да, именно кровожадность. Так, наверное, нам сюда вот надо поставить орех. Мина. Так, еще с тобой хильнемся маленечко. Так, ну что же. Тако. Кто там появляется, я не знаю. Слушай, а если я сделаю вот так? А сюда поставим с тобой мину. Поехали. Рикошет, кого он, блин, опять? Ну, естественно. Сразу его тут накастовали, блин, все дела. 4 в лицо мы, короче, получаем с тобой. Так, минус. Сейчас немножечко хильнемся с тобой. Совсем чуть-чуть. Так, и 3 в лицо получаем. Что нам делать вот с этим гавриком, объясни-ка мне. Воу-воу-воу-воу. Так, мы можем с тобой сделать эволюцию. Но лучше не здесь, конечно, ее ставить. А лучше не здесь, а вот тут. Или же нам с тобой применить тако. Короче, смотри. Я делаю так. Хиляемся. Этот, естественно, прокачивается у нас. И плюс ко всему мы можем с тобой поставить шипастую лужайку. Но вопрос, куда ее ставить? Вот сюда? Давай здесь влепим. Ну что, смотрим? Ага, ага, ага. Понавылазили, блин, наглоеды. Так, этот, короче, трупец. Вот здесь немножко похуже. Хиляемся. И 3 опять в лицо получаем с тобой. Так, что он будет дальше делать? Опять со своим надгробием, а? Ну что? Увеличение максимального здоровья героя на 10 единиц. Ставим? Ну, конечно, ставим. Конечно же, ставим. Все. Так, вот этого, конечно, мы с собой бомбануть не успеем. Но посмотрим, кто у него тут. Угу. Поехали. Так, этого уничтожаем. Неуязвимость. А нужна ли она нам сейчас? Я думаю, что нет. Пока мы прибережем с тобой. Подхилялись. Единственное, что у нас с тобой уже не осталось щита. Ну, я держусь, держусь до последнего. Так, смотри, что это делает, а? Уничтожает всех зомби на земле. Нет, не буду я пока это применять. А сделаем с тобой немножечко по-другому. Во-первых, можно поставить неуязвимость, да? Это раз. Выпадает нам орех. Выставляем сюда. Наверное, вот так еще сделаем. Все, ребят, погнали. Рикошет растения. Ага, смотри, что творит.
У него, оказывается, рикошет был. Но этого, ладно, ушатаем. Мы должны с вами здесь простоять. Обязаны просто-напросто. Ну что, этого мы сейчас уничтожим? Задолбал со своими надгробиями. Давай-ка вот так вот сделаем. Нечего здесь амфибии этой делать. На самом деле уже достало. Поставлю сюда орех. А сюда я поставлю, наверное, и ягоду. Ну, и кто у нас тут? Гаргантюа. Куда он перемещается? Наверное, вот сюда. Упс. Немножко не этого я ожидал. Давай, 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 урон, наносим ему урон. Так, мина. Слушай, мина как раз мне здесь и пригодится. Мы ее ставим сюда. Так, эволюция, эволюция. Слушай, надо уничтожать, я думаю, вот этого вот чудика, который там стоит. И сделаем мы, наверное, с тобой так. И вот так. Должны же, по идее, да? Бамс, минус пират. Так, и выставляем с тобой, наверное, еще кактус. Вот сюда я его влеплю. Поехали. Так, ну этому кранты. Гаргантюа сейчас его мина подобьет. Ну и с этим хлопцем мы тоже с тобой быстренько сейчас разберемся. Что он там? Кровожадность включает. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть орех мой уничтожается. Обидно. Но два в лицо мы ему все-таки зарядили. Оу, спасибо вам большое. Смотрите, кто у нас тут прибыл. Наш защитник. Так, я, наверное, сюда еще поставлю. Поехали. Ой-ой-ой, прочерк. Хотя мы не боимся его, согласись. Ну куда он тут переместится? Сюда? Ради бога, рикошет кого? Смотри, что творит, а? Ты смотри, что он творит. А мы с тобой все время будем хиляться. Постоянно, понимаешь? Нам ничего не страшно, потому что этого убить не могут. Обычные, по крайней мере, зомби. И можно поставить сюда, а вот так. Но... Кто там у тебя? Гаргантюа, наверное, как всегда обычно прячется. Нет. Зомбиха с прочерком. Слушай, ну, по-моему, она доигралась. Она доигралась, да и сам, в принципе, супермозг тоже, по ходу дела, доигрался здесь. Ну что, остается всего лишь 4 хп у нашего противника. Ой, тут еще и ромашка. Так, зомби с кровать. Вот это плохо. Вот это действительно плохо. Так, ну что? Блин, одно хп остается. Одно хп, да хорош. Ну что, давай тогда выставлять с тобой ромашку. Она, естественно, ребят, просто прожарит его. Он рикошет делает, сразу же испугался. Ну хорошо, тебе вот этот нанесет урон. Какая разница? Вот и все. Ну что, супермозг побежден. Фух. Довольно такая тяжелая была битва на самом деле. Если бы не мои лечилки, мы бы здесь проиграли бы. И у нас с тобой предпоследняя битва. Так, я хочу взять бабаха, да, мы обычно с тобой брали. Поехали. Разгромчик. Он-то, конечно, со своими гаргантюа здесь будет сейчас вытворять дела. Ну, как бы, в принципе, меня рука устраивает. О, так даже будет лучше. Поехали. Первый ход у меня есть, да? Я выставляю кактус. Что он там делает? Ага, минус один, минус один. Немножко, конечно, плохо. Что так? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 не надо здесь. Так, переместите растение, вытяните карту, не надо. Мы, наверное, вот так с собой лучше бомбанем. Поехали. Так, следующий, наверное, будет у нас ягода, да? Следующий. Так, сейчас посмотрим, что он будет выставлять. Ничегошеньки, тогда мы делаем с тобой так. Слушай, у него, наверное, есть заклинание какое-нибудь. Ничего у него нету. Капуста. Вот, вот он все-таки не вытерпел, да? Поставил.
Ну что, давай, наверное, поставим вот так вот грушу со способностью команда. Что-то уже, кстати, знакомое. Вот это мы где-то видели, да, с вами? Сейчас мы этого ушатаем. Так, а это что у нас такое? Перемещает зомби на эту линию. При уничтожении наносит 3 единицы урона зомби здесь. Не, я не хочу его ставить. Что, может быть, дождик применим? Вот таким вот образом. Поехали. Ага, уничтожает растения. Предположим. Остается 16 здоровья. О, кстати, вот этого можно выставить. Угу, Гаргантюа поставил. Но уж нет, парень. Хотя мы можем его и так накрыть. Да, пожалуй, мы его просто уничтожим. Поехали. Что? Минус один, минус один. Блин, опять лишил ягоду атаки. Но еще и при этом подхилился маленько. 1-5. Опа, 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 опачки. 6-17, с какого, блин, перепуга, эй. Че за... Ну офигеть, друзья мои. 6-17 плюс... Откуда он такой? Так, при использовании один за каждую единицу здоровья героя. А, вот оно что. Блин, ну 6 в лицо, это, конечно, это серьезно. Это очень серьезно. Так, мы можем с тобой вот сюда поставить, да? Нам нужно как-то его бомбить. Друзья мои, как-то нужно его бомбить. Всего еще 12 хп, а? Оу. Вот что нам поможет. Хотя как? Поможет, ребят, поможет. Давай, ставим с тобой сюда. Вот так, единственное, что, конечно. Хотя нет, ничего здесь не сработает. И мы с тобой поставим сюда кактус. Ну-ка, посмотрим. Ну да, сейчас мы его так и уничтожим. Здесь наносим 4 единицы урона. Он, естественно, хиляется. О, маленький шитик. Нет, 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 нет. Ты что делаешь? Что творишь? О, друзья мои, ну это... Это что-то вообще тут люто. Это люто, я тебе серьезно говорю. Смотри, что происходит. Ладно, я этого уничтожу, предположим, да? Как вот с этим-то теперь быть? Поставлю вот так вот, да? Здесь можно вот так еще поставить. Перемещаем и вытягиваем карту. Крокодильчик. Ладно, поехали. Так, атакуем. Атакуем. Блин, если у него сейчас, друзья мои, будет куча этих гаргантюа, я не знаю. Что он сейчас вызовет сейчас? Я даже боюсь думать. Ну вот как тут играть-то, извини. Это что за фигня происходит? Второй зомбобот. Какого лешего, блин? Он меня сейчас просто распишет и все. Я ничего здесь сделать не смогу. Как тут играть? Что, совсем что ли припухли? Сейчас просто меня в разнос пустят. Офигеть, блин. Лучше, блин, не придумаешь. Даже этот чудик меня не спасет. Слушай, короче, здесь нужно брать, знаешь что? Есть у меня одна идея, сейчас попробуем ее воплотить. Сейчас мы с тобой попробуем ее воплотить. Так. Поехали. Ну тут, конечно, нам сейчас столько урона влетит. Прикинь. Бабах. Все, ребят, нас разберут. Надеюсь, ты понял, кого я хочу здесь взять. Как справляться с этими гаргантюа. Но, опять же, должно нам очень сильно повезти. Короче, переходим с тобой за... Кого мы до этого брали? До этого мы брали с тобой орех, верно? Верно. Изменить.
Смотри, короче, у нас с тобой есть карта, которая наносит всем урон зомби, находящимся на земле. Вот она, да? Плюс мы с тобой возьмем вот эти вот груши. Наверное, как можно больше нам нужно их взять. Плюс газонокосилки. Короче, все будет у нас именно... Так, там надгробий нету, так что убираем это. Ананас уберем с тобой. Так, лужайки пускай остаются. Это нам, наверное, тоже не понадобится. Так, это вот тоже убрать. Все, да? И остается у нас с тобой добавить. Добавить, добавить. Еще раз добавить. Но мало того, что мы должны уничтожать, мы еще должны как-то и атаковать, ко всему прочему. Поэтому давай еще вот так вот сделаем. Последняя карта. Хм. Кого бы нам взять? Я, честно тебе скажу, не уверен в этой тактике, но все равно выбора у нас нету. Кем мы тут будем атаковать, я пока без понятия. Ну, ты видел, да, что он делает? Он тоже уничтожает моих зомбарей, точнее, моих растений с помощью зомбоботов этих. Просто делает удар, и они все падают. Поэтому невыгодно нам выставлять, а лучше всего все-таки бомбить его. Так, ну что? Наверное, вот так вот сделаем. Поехали. А начало такое, да? Тихое и спокойное. Угу, тихое и спокойное. Оу-оу-оу-оу. Ну, все равно уничтожим. Два в лицо, плюс последний удар будет еще. Вот так. Ничего у него не получилось. А второй ход. Ага, орех. Он тоже ничего не стал выставлять. Понятно. Дайте мне кого-нибудь на третьем ходу-то. Не дают. Прием зомби. Слушай, что-то мы копим. Что он, что я. Но теперь-то наконец-то я смогу поставить мину. О, как раз против этого. Можно вот сюда влепить. Так, уничтожим. Ну а дальше все по накатанной. Начнем, наверное, с тобой с вот этих кактусов. Или нет? Понятно, начинается, короче. Так, растение наносит урон. Если выживает, то мы хиляемся, да? Поехали. Уничтожает растение два или меньше. Гаденыш, валун у него, оказывается, есть, а? Я, например, не знал. Три в лицо получили. И этот еще и выжил, ко всему прочему. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Начинается, да? Уничтожаем. Сразу же его уничтожаем. Не раздумывая. Блин, а он этого прокачал. Так, какие варики у нас с тобой? Какие варианты? Так, смотрим, кого он тут вызывает. Никого. И это очень странно. Ладно, я ставлю орех. Так, получает плюс 4. Минус 1, минус 1. Ну давай сделаем, фиг с ним. Посмотрим. Чё там, плюс 5 и 5 и безумие? Вы серьезно, блин? Где мои, блин? Я столько брал карт себе на уничтожение вот таких вот гигантских. Где это все? Вообще не вижу. Три единицы урона. Предположим, да? Плюс кактус. Не знаю, ребят, по-моему, фейл. Слушай, да это что творится-то? Ты посмотри, что происходит-то здесь, а? Да, офигеть. Неплохо, да, поиграли? У меня просто в голове вот не укладывается. Что он вытворяет здесь? Где мои карты, которые я специально брал для того, чтобы уничтожать гигантских вот этих всяких растений? Покажи мне, пожалуйста. Где они у тебя находятся, а? Где?
Есть ананасовая бомба, да? Есть вот это вот бессмертие, хорошо. Есть кабачок. Очень отлично. Газонокосилка. Куда? Куда ты их деваешь? Почему ты не даешь мне возможности это все применить, а? Объясните-ка мне на милость. С какого, блин, перепуга? Ты должен это все применять сразу же. Он специально тянет. Ладно, поехали еще разок. Че-то как-то, друзья мои, тут вообще жесть. Разгром, я не ожидал просто, что у него будет колода на Гаргантюа сделана. Так, ну что, предположим, я ставлю это так. Так, выставим с тобой, наверное. Ну, давай стенорех поставим. Так, поехали. Ничего не ставит, опять что-то там хитрит. Вон, видишь? Поэтому мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Бомбим. Отлично. Не знаю, получится ли у меня взять здесь преимущество на поле боя. Хотелось бы, конечно, но... Так, лекарь. Лекаря мы поставим, наверное, вот сюда, вот сзади. Пускай стоит. Пока он никому не мешает. Что он там? Ага, уничтожает. А он мне мою кукурузу. Так, а вот теперь я буду ставить бессмертие, вот эту вот дорожку, где мы получаем с тобой неуязвимость. Или же этого контрить, а? Хм. Слушай, ну если контрить, то лучше вот так вот. Лучше так. Как бы мне это не аукнулось. Поехали. Так, что у него там? Безумие? Ну, естественно, безумие. Блин, у него здоровье становится 5. Ах, как же ты меня достал, а? Нам нужно его убрать отсюда. Воу-воу-воу-воу. Блин. Ах, что мы можем с тобой сделать? Давай, наверное, так прикроемся. Поехали. Пробить не пробьет. Но все равно неприятно. Так, 14 хп у нас с тобой остается. Сейчас смотрим, кого он никого не стал вызывать. Слушай, он ничего не делает. И это странно. Уничтожим этого, наверное. И вот этого. Упс, а почему не убили? Почему не убили? Должны же были. Так, зомби получает. Ага, плюс 5, опять началось. Друзья мои, опять началось. Сейчас нам достанется еще 8 в лицо. Он еще плюс 2, плюс 2. Слушай, ну серьезно, где мои карты-то все, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Я не вижу. Наконец-то, блин, дали кабачок. Давай. Так вот. А кто здесь появится, ума не приложу. Че он там перемещается, да? А, растение перемещает. Вот как он сделал, да? Чтобы добраться. Вот хмырь. Он сейчас будет выставлять Гаргантюа. Так, у нас есть с тобой бомба. Так. Применяем. Вынудил просто-напросто. Ага, восстанавливает здоровье. Спугался, да, все-таки? Спугался. И чё? Начинается, да? Гаргантюа вызвал. Ну что, мы с тобой будем делать тогда вот так вот. И через вот этот вот орех. Смотрим. Но не забывай, что он может уничтожить... Оу, слушай, неплохо. Он может уничтожить его мне. В принципе, он это и старается сделать. Ай-яй-яй.
твою же маковку. Ну посмотри, ну интересно, выживем мы или нет? Выжили. Слушай, это хорошо, что у нас с тобой неуязвимость. Давай смотреть. О, кокосовый король. Кокосовый король. Так, что он сделает? Размещает стенорех на каждой линии на земле. Наносит 6 единиц урона на этих линиях. Ну-ка, давай попробуем. Слушай, ну неплохо. Так, остается нам только лишь применить с тобой неуязвимость. Фух, давай смотреть. Так, уничтожает растение 2 или меньше. Да бог с тобой. Потратил последнюю карту. Окей, а здесь уничтожит. А, нет, не уничтожит. Не получилось, да, пробить? Не получилось у него пробить. Опачки! Здравствуйте, блин. Я ваша тетя. Прибыла тут. Понимаешь ли. Как будем с тобой поступать? Ну, наверное, вот так вот. Тут орехи появляются, да? Так, далее что? Нам этого нужно ушатать. И этого нужно подбить. Хм. Хорошо. Хорошо, да ничего хорошего. Поехали. Так, здесь выстоим. Почему он карту-то получил? С чего вдруг он получил карту, а? Объясни ко мне. Поехали. Будем смотреть. Так. Здесь не получится парня пробить. Мне кажется, там еще один гаргантюа. Вот чую просто-напросто. Ну это, ребята, вообще какая-то жесть. Ты видишь, что тут вытворяет. Как, извини меня, здесь быть? М? А ты можешь мне сказать, как я здесь должен выжить? 9 в лицо получаем, и все. Трындец. Просто трындец, ребята. Да этот меня не спасет. Поставлю я, конечно, его. Куда? Вот сюда вот. Но мне что-то подсказывает, что у него сейчас вот этих будет зомбоботов. Ну, просто целая куча. Понимаешь, просто целая куча, и все. Так, что у него там? Фиг знает, что у него там за... Ё-моё! Ну ты издеваешься, что ли, а? Останавливать столько же здоровья. Наносит урон, выживает, наносит столько же здоровья. Давай. Сейчас будет жопа какая-то. Так, защита сработала. А выживем ли мы с тобой? Вот в чем вопрос. Нет, конечно. Как вот... Ну ладно, здесь кактус есть. Плане. А что он тут влепил? Ну, я выставляю сюда кактус. Все. Ребят, наша песенка спета. Ну, невозможно, невозможно здесь как-то вообще сыграть. Ты посмотри, что он тут вытворяет. Он вытворяет просто дичь какую-то со своими гаргантюа, целая куча. Просто целый завал у него их, понимаешь? И я не знаю, как мне здесь быть. Я не знаю, тут никто не сможет справиться. У него одни леги, у него сколько зомбоботов. Ты видел, сколько он уничтожал моих растений? Это уму непостижимо. Это просто непостижимо, да? Начинает с простеньких. Ладно, сейчас мы... Здесь будет размен, понятно. Дальше, у меня нет ничего такого, чтобы я мог здесь влепить. Только лечилка, да? Урон. Это слишком дорого стоит. Он выставляет зомби. Он выставляет зомби. Так, мы можем... Ну, давай. Чтобы, по крайней мере, атаку он не наносил.
Сейчас он начнет тут выставлять, да? Своих аглоедов. Нет, никого не вставляет. Я пока не буду лечиться, ребят. Это не нужно делать. А зомби получает плюс 2, плюс 2. Сразу становится 2-4. Зашибись. Газонокосилка есть у меня. Ага, но нам нужно лучше потратить вот на этого чудика. Именно на этого гаргантюа. Так, опять сейчас 2 в лицо мы с тобой получим. И опять какой-нибудь гаргантюа появится, да? Будет выставлять кого-нибудь, нет? Ну, конечно, будет. Ну, как же ему не позвать, а? Давай давить. Это второй. А мы с тобой потихоньку получаем урон. Так, не спеша. Какая, блин, семечка тут. Зачем эта семечка мне здесь нужна? Ну, вот объясни, а. 6 энергии у него еще, да, ко всему прочему. Ну, давай я вот так вот сделаю. Ага, спасибо, Тёма. Кто там у него? Я не знаю, кто у него сейчас появится. 5-9. Еще и сдвигает меня, так смотри. Угу, спасибо хотя бы на этом, что защита сработала. Так, плюс 4, да, мы с тобой получаем. Я хочу вот сюда переместить. А чё я радуюсь? Он же сейчас его уничтожит меня. Да? Или нет? Предположим, задавим. Так, семечку может сюда поставить. Нет, давай-ка я, наверное, так применю. Мина. Так, смотрим, кого он выставляет. Так, растение получает минус 1. И уничтожает растение. 3 карты, ребята, у него 3 карты. Но я больше уверен, что там карта еще будет здоров. Слушай, он за этого чудика держится, как я не знаю за что. Ты заметил, да? Он постоянно его оберегает. Опять. Слушай, давай бомбанем. Достал он же в корень. Так, отлично. Так, начало хода превращения в астракаду. Сделаем с тобой вот так и вот так. Поехали. Ну, конечно же, у него есть уничтожение. Ё-моё. Блин, не дал мне астракада вызвать. Вот шлёпок. 100% у него там зомбобот сидит. 100% тебе говорю. Сидит, он выжидает просто этот момент. Он выжидает тот самый момент, чтобы его поставить. Уничтожает растение. Ладно, я вот только стоит мне вот этого поставить, да, ребят? Кокосового короля. Как он сразу тут начнет бомбить? Давай-ка проверим. Так, поехали. Да чтоб тебя... А, безумие. Сейчас этого... Ага, понял я. Это, ребята, плохо. Это очень плохо. Что он сейчас делает? Это жесть. Так, мы будем с вами... Вот! Ну вот как тут, а? Вот скажи, как тут можно вообще играть? Понимаешь, у меня просто нет слов. У меня просто нет слов на это все. Я не знаю, минус один, минус один. Ну и что? Ну, бомбану. Сработает блокировка у нас с тобой. Для начала, да? Предположим. Ну, а дальше-то что? А дальше ничего. Поехали. Вот как тут быть? Ох, друзья мои, друзья. Вот она, блокировка сработала. Ну, выставлю я сюда орех. Ну, он же его уничтожил. Понимаешь, да? Лужайка шипастая нам досталась. Давай, вызывай еще зомбобота. А что ты стесняешься? Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка секунду. Неужели нам хоть где-то повезло, а? Хотя, что я радуюсь? У него 12 энергии, он сейчас кого-нибудь обязательно поставит.
Ну вот, видишь, минус один, минус один. Потихонечку хиляется. Так. Тут подсолнух должен появиться у нас. А вот он, родной. Что-то он никого не выставляет. Мне это не нравится, я пропущу ход. Что там? Уничтожение растения. Что он там за две карты у себя держит, а? В руках, вот скажи мне, пожалуйста. Какие-то две карты. Слушай, а мы знаем, что с тобой сейчас вот на эту лужайку? Ха-ха-ха-ха. Это ты хорошо поставил. Молодец, умница. Хвалю. Так, и вот так сделаем с тобой. Будем наносить урон, соответственно, хиляться. Нам нужно с тобой восстанавливать здоровье. Воу-воу-воу-воу, пошло-пошло-пошло, смотри-смотри. Не нравится, да, тебе? Вот этот цветочек. Ой, как не нравится. Сейчас кого-нибудь... Нет, никого не стал ставить. Удивительно, а если вот так влеплю? Уничтожает растение два или меньше. Ну, предположим. Ну все, ребята, ему крышка. Блин, настрадался. Я серьезно говорю, ну ты сам видел. Это жесть какая-то, этот разгром просто лютый, чувак. Сколько у него было этих гаргантюа плюс безумием все, да? Еле-еле мы выкрапались. Ну что, так, у нас с вами опять супермозг. И мы с вами берем, естественно. Да что ж я делаю-то? Берем против него бабаха. Бабах, я надеюсь, меня здесь не подведет. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что же, давай смотреть. Так, погоди-ка секунду. А что такая жестокая эта фигня у нас получается? Давай-ка что-нибудь попроще. Эй, эй. Зашибись. Слушай, зачем мне вишневая вот эта бомба здесь нужна? Внезапная атака супермозга. Ваш герой теряет одну единицу здоровья за ход? Оу. Друзья мои, нам нужно с вами вернуться опять к нашему ореху. Почему ты спросишь? А потому что нам нужно хиляться здесь. Причем постоянно. А орех у меня именно на хилочке построен. Так, ладно, здесь справились. А дальше-то что? Дальше мне некого поставить. Блин. Да еще и амфибию влепил. Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Так, что нам тут? Это пока нам не нужно. Вот, хотя бы здесь можем с тобой прикрыться. Давай сделаем вот так. Ну и все, пока. Ты издеваешься, что ли, а? Угу, издевается. Он меня уничтожает просто-напросто. В наглую, прикинь. Ага, ну этому не бывать. Этому не бывать. Давай сделаем так. И вот так. Неужели ты опять будет рикошет, а? Кровожадность на всех поставил. То есть ягода уничтожает меня, да? Ну а здесь уничтожаем мы. Так, 5 энергии. Ну, в принципе, я могу справиться с этим зомби. Сейчас посмотрим, кого он поставит. Упс. А вот это плохо. А вот это плохо. Почему плохо, ребят? Я не знаю, куда вылезет зомби с надгробия. Куда он вылезет? Блин, горелый. Ладно, 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 ладно. Придется сделать вот так вот. Глупо, наверное, но... Ага, ну тут отлично. Вот здесь немножко промазали мы. Здесь мы чуть-чуть с тобой промазали. Ну я же не знал. Так, мы с тобой... О! Давай вот так вот сделаем с тобой. Вот сейчас может нам как раз пригодиться. Фиг нам тут что пригодится. Сейчас вылезу два чудика. Ага. Пират и пират. Ну для них у нас есть вишневая бомба.
Вишневая бомба, да? И все? Ну хорош, хорош уже тут, блин. Что там? Все время, что ли, бомбят? Так, сколько там здесь и поблизости? Это нам не нужно. Короче, вот сюда влепим. Влепим вот сюда. Кто здесь? Рикошет. Ладно, это фигня, ребят. Но проблема-то совсем в другом. У нас с тобой постоянно тратится здоровье. Просто постоянно. Как нам выживать здесь? Вот объясни. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты тут делаешь, а? Что он здесь творит? Нет, без лечения тут не обойтись. А кто вот тут? Покажи, пожалуйста. Зомби, то есть мы получим с тобой в любом случае еще 2 урона. Хоть бы маленькую какую-нибудь, я не знаю, там, таку или еще что-нибудь, чтобы, ну, просто выжить нам. Но ведь нет, не получится. И он свои надгробия здесь выставляет. Налево и направо. Никак. Никак не получится. Ну что, я выставлю его сюда. Еще и потерял его при этом. Оу, и рикошет. Ладно, ребят, вы поняли, да? Все это фигня. Будем возвращаться с вами к Ореху. У него, по крайней мере, есть защита. Бабах тут, ну, не справляется. Он совсем по-другому стал играть. Супермозг стал по-другому играть. Он стал намного хитрее, поэтому... Мы будем с вами возвращаться к нашему ореху. По крайней мере, здесь у нас есть лечение. Причем довольно много. Ой, подожди-ка, у меня же здесь колода состоит. Ё-моё, из карт, которые будут просто уничтожать противника. Ё-красоты. Да-да-да, у меня же здесь всякие кабачки. Это же не для ранней игры. Да, я знаю. Блин, да что ж такое-то, поспешил. Опять, ребят, поспешил. Лечение лечением, но нам нужно же и противника атаковать. Так, ну что, второй ход у меня есть. Я могу поставить. Сейчас посмотрим, что он там лепит. Ну, естественно, он будет вставлять всякие надгробия. Так, этого пирата мы с тобой чпокнем. На следующем ходу кого нам выставить? Давай подумаем. Кукуруза. Но он опять надгробие будет выставлять. Это раздражает. Получает один. Так, один минус один. Не, давай мы, наверное, вот так сделаем. Опачки. Перехитрил меня, а? Ушлепок. Ну, предположим. Что дальше? Кого он там? Опять надгробие будет выставлять? Как же без них-то? Конечно, будет выставлять. Слушай-ка, если я сделаю вот так. Кто там у тебя? Понятно. Давай 4 в лицо ему. Так, теперь нужно с этим гаврюшей разобраться. Так, это мы с тобой перебережем. Ну давай выставляй свои надгробия. Что ты там задумался опять? О, он выстрелил. Ну что, мы можем с тобой сделать вот так, чтобы не было атаки. Дальше. Дальше. Если мы сюда вот влепим. У него 4 энергии еще есть. Это, в принципе, ерунда. Посмотрим. Ну, конечно же. Поехали. Так, этого убираем отсюда. 4 в лицо. Он тут разбрасывает свои надгробия, да? Орех. Слушай, погоди, что ты тут вытворяешь? Слушай, нам, наверное, надо будет с тобой ставить неуязвимость, чтобы пережить эту атаку. О, отлично. Отлично. Если я сюда поставлю неуязвимость, все дела. Но, наверное, нам надо будет немножко по-другому здесь сделать. Как ты тут, блин, по-другому сделаешь, а? Ладно, ставим орех.
бравые ребятульки, да, тут выпали нам. Получает плюс 4 к здоровью. Плюс 4 к здоровью. Я даже не знаю. Почему-то я за этот орех не могу поставить, а? Почему? Фиг с ним, давай сюда переместим. Не знаю, друзья мои, кто тут. Ага. Клоунада, рикошет. Эх, рикошет. Давай, давай, его бомби. Как-то так. Хорошо, что у нас с тобой неуязвимость пока стоит. У нас бы тут расписали бы сейчас, как пить дать. Ну, выпадает так, ну и что? Опять у нас с тобой мало здоровья. 4-4. Но если я... Так. Давай так сделаем с тобой. Пускай орехи здесь везде встанут. К примеру. И здесь мы можем... Вот так сделать. Попробуем. Смотри, что сделал, а? Так, этого уничтожаем. Но этого Гаврюшу тоже уничтожим. Оу, а нам все, ребят, нам крышка. Нас уничтожают. Слушай, подожди, а что ж тогда делать? Опять надгробие, да? Опять надгробие. Слушай, наверное, нам здесь надо не все-таки не лечение, а колода больше, которая против надгробий работает. Скорее всего, так. А против надгробия у нас кто с вами? Идеально, это, по-моему... Слушай, не зеленый или тень? Дай-ка я посмотрю на колоду именно нашего капитана Огонька. Мы уже давно за него не играли. Хочется просто посмотреть, что у него. Так, кукуруза, вишневая бомба. Это все, конечно, замечательно. А есть что-нибудь посущественнее? Нифига. Так, давай глянем за зеленую тень. Так, зеленая тень. Урон, урон, рикошет. Заморозки. Это все, конечно, хорошо. Это все радует, но надо уничтожать надгробие. Это мы просто с тобой будем выбрасывать, да? Погоди, да а кто же у нас был-то? По-моему, как раз у нас... Подожди-ка, можно посмотреть? По-моему, у нашего бабаха, да, все это? Уничтожение надгробий, разве нет? Ну да, вот он. Так, давай добавим здесь. Вот это вот уберем с тобой. Еще уберем. Так, это все оставим, оставим, оставим. Вот это вот надо убрать, это слишком, это перебор. Окей. Так, сколько у нас с тобой здесь? 4. 4 мины. 4 мины. Так. Эволюция возьмем, потому что он любитель тут выставлять всю эту фигню. И надо кого-то нам попроще взять. Ну, например, возьмем с тобой... Чтобы делать эволюцию, нам нужен будет простецкий, да, какое-нибудь растение. И вот, в принципе, этот грибок подойдет. Только вместо него надо нам что-то убрать. Давай так сделаем. Погоди-ка. Удалить. Нам лучше с тобой... Нам лучше, конечно, и с эволюцией бы, чтобы два было, на всякий случай. Правильно ли я делаю? Или неправильно? Ну фиг с ним, давай попробуем так. Могилоед один, две штуки, да? Поехали, попробуем. Очень-очень сложно играть за растения. Зомби как-то тут нам с тобой наяривают по полной программе. Нет, ну естественно этих мы... Да что вы издеваетесь, что ли? Да что у меня? У меня же есть там, по-моему, слабая карта. Какого фига вы мне даете такую имбу? Да я знаю твою. Еще вот это вот, то, что я теряю каждый ход здоровья. Вообще просто
убивает меня это все. Ладно, я пропускаю ход. Я знаю, что у него есть эти челюсти, которые наши растения могут уменьшить. Блин, амфибия. Вот из-за такой амфибии тоже, кстати, ребят, мы фейлимся частенько. Ты видишь, да, она наносит урона, а мне даже никак не прикрыться против нее. Ждать виноград. Ну, это до потери пульса мы с вами будем виноград это ждать. Ага, минус этого гаденыша. Окей. Защита. Эту мы с тобой оставим по каминку. Сейчас будет в дело вступать виноград. Окей. Поехали. Наверняка там с бонусной атакой чувак сидит. Я так и думал. Я так и думал, предсказуемый ты, чувачок. Ну что, надгробие, как всегда, да? Естественно, естественно. 4. Ну что, мы можем с тобой сделать. А я вот так, наверное, сделаю, да? И вот так. Не знаю, кто здесь появится, но он не жилец. О, отлично. Давай, 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 уничтожаем этого говорюшу. Ему здесь не место. Так, опять одну единицу урона получим с вами. Оставить или... Оставим пока. О-о-о-о, началось. Как раз пригодится. Так, а здесь мы можем влепить с тобой. Слушай, а если я вот так сделаю? Блин. Рикошет кому? Ягодки мои, да? Бедная моя ягодка. На тебе. Ну что, короля вызывать надо? Или как? Да, вызываем с тобой короля. И сюда мину. Вот так вот. Давай смотреть. Блин. Только не говори, что здесь тоже с прочерком у тебя, а? Уничтожает растение 5 или больше. Ну ты посмотри, что творит, а? Ну не дает мне просто здесь нормально расстроиться, да? Так, этого не уничтожим пока еще. Этого надо хлопнуть. Так, есть у нас с тобой кукуруза. Есть у нас с тобой кукуруза. Давай пока придержим. Что он там будет выставлять? 2 надгробия. Можем сделать с тобой эволюцию. Вот так вот. В плане... Трындец, блин. Эволюцию, называется, сделал. Называется, сделал, блин, эволюцию. Ну и что? Иди сюда, перемещайся. Ну как, кто здесь? Надеюсь, угадал. Нет, не угадал, ребята. Но. Так, он сам перемещается, по-моему, да? Ну, фиг с ним, пускай будет так. У нас с тобой останется 1 единичка здоровья. Представляешь? 1. Смотрим. Посмотрел. Я совсем забыл, что у нас урон. Гребаный урон, а. Слушай, ну достал он меня. Он меня достал. Поехали. Попробую еще разок. В принципе, было, ну, нормально. Практически идеально. Если это можно назвать идеально. Так, ну что, поехали. Да я знаю, что одну единицу здоровья теряю. Не надо мне напоминать это 1000 раз. Этого хлопца надо сразу гасить.
Этого хлопца надо сразу гасить, а как? Ну, давай, например, вот так вот. Для начала. Сейчас будет, наверное, вызывать надгробие. О! Блин, уже? Вот оно, ребят, надгробие. Ставим сюда мину. Чтобы тут не выпендривался. Да-да-да, конечно, молодец. Так, взрываем. Нормуль. Так, от этого избавляемся с помощью... Слушай, я надеюсь, у него там нету этого шара. Любитель шаров-то. Ну ты серьезно, блин, а? Ну вот начинается вот это вот. Добор, фигор, всякая ерунда. Пять в лицо, да? Значит, получается. Здесь 3, плюс он еще прокачивается, становится 4-4. Что мы с собой здесь можем замутить? Ну и что? Ну, я атакую, например. Остается у него 1 единичка здоровья. Он, естественно... Слушай, тут какая-то фигня получается. Опять он задолбался своими надгробиями. Ягоду, ягоду выставлять. Ну, выставлю я ягоду, и что? Реинкарнация. Давай сделаем вот так вот. Поехали. Блин. Что? Все получают способность кровожадность. Ты понимаешь, да? Все. У нас с тобой 4 хп, у него 20 единиц здоровья. Замечательно. Просто великолепно. Ребят, я не знаю, что здесь еще вообще сделать можно. Короче, сейчас проигрываем и будем с тобой смотреть на другую колоду немножко. Нам надо изменять. Нам нужно побольше хп, блин. Я знаю, побольше какой-то атаки. Фиг знает, что вообще нам здесь нужно. Он со своим безумием, с этим, просто запарил. Ну что, Орех, давай еще разок, наверное, за тебя попробуем. Я вначале изменю кое-что здесь. Так, у нас много газонокосилок. Это все мы с тобой уберем. Кабачки вот эти вот нам тоже здесь пока не нужны. Так, берем вот этого могилоеда. Сейчас мы что-нибудь с тобой придумаем. Нам нужно с тобой побольше хила взять. Ага. Так, надо нам убрать, может быть, подсолнух. Вот, наверное, уберем с тобой одну бомбу эту. И поставим вот так вот. Так, есть. Ага, это у нас, если что, хиляться мы с тобой сможем. Кактус, авокадо. Вот это, наверное, мы уберем с тобой, да? Прочерк для всех он нам пока не нужен. И поставим, наверное, еще одного. Вот так вот. Ну что, ребята, поехали. Попробуем. Нету какой-то уверенности, что смогу его забомбить. Но если сможем, это будет очень круто. Орех в доспехах. Так, мина есть. Ну, в принципе, устраивает. Погнали. Ход зомби. Естественно, ход зомби. Кого он там будет выставлять? Опять этого голодранца? Нет. Смотри-ка, никого не стал вызывать. Подозрительно. Начнется надгробий. Что-то мне подсказывает. Ну, а мы начинаем с вами терять здоровье наше драгоценное. Ну, давай, выстави хоть кого-нибудь. А что ты там... Теребунтишь. Вот, начинается, смотри. 3 энергии. Ну, естественно, естественно, надгробие. Так что мы с тобой сделаем, наверное, следующим образом. Уничтожаем этого зомби. А сюда я поставлю мину. Так, и шаманство.
Во, отлично. Посмотрим, кто там. Ну, хорошо, что, в принципе, этот достался. Мы его сейчас уничтожим. Светильник. Кабачок я пока не смогу применить. Ну, естественно, на надгробии. А если я поставлю зомби-герою? Ну, ладно, давай мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Ага. Что нам тут выпадает? Орех. Давай сюда влепим его. Так, ну мы с тобой еще получим лечение, да? Началось, началось. Выставляет, выставляет здесь, а? Так, можем этого шлепнуть. Амфибию мы, наверное, с тобой сейчас уничтожим. Вот так. И поставить нам неуязвимость. А нужна ли она? Думаю, что да. Опачки, отлично. Спасибо, хорошая карта. Слушай, хорошо, что я поставил, да? Сейчас бы 6 в лицо прикатило бы. Не очень приятно было бы. Что он там? Перемещает зомби и бонусную атаку? Кому? Кому он наносит бонусную атаку? Объясни мне. Блин, кукурузи, а? Он нанес кукурузе бонусную атаку. Так, надгробие. Так, если я поставлю сюда... Вот так лучше сделаем. Угу. Так будет оптимальненько. Ну и куда ты? Вот сюда переместиться, да? Я так и понял. Хочет нанести сразу двум урон. Как ты запарил, а? Так, смотри, мы можем... Мы можем с тобой подлечиться. Давай подлечимся. А, мы же не пробьем с тобой, блин. Хотя нет, все нормально, нормально все. А почему мы последний удар не нанесли? Ага. Сейчас кто-то вылезет отсюда. Только вот кто? Не знаю, ребята, кто там вылезет. Это мы уничтожим с тобой. Смотрим, кто тут. Ага, зомби был. С безумием с этим, да? Хорошо. Здесь я тоже не знаю, кто стоит. Но, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Фиг им, а не бонусные атаки, да? И вот здесь вот прикроемся. Поехали. Слушай, ну неплохо. Так, этого уничтожаем. Так, он вытягивает две карты. С этим, конечно, мы с тобой еще не разберемся. Это плохо. Психует 5-1. Псих-одиночка, да? Опять надгробие. Ну что, давай сделаем вот так вот. И вот так. Ну, поехали. Кровожадность, блин. Этот псих Гаргантюа еще... Куда он перемещается? Ага, сюда. Ладно, здесь ушатаем. Здесь продержимся еще. Ну, ему крышка, короче. И это слава богу. Все, ребята. Наконец-то я подобрал ключик к его команде. Ты сам прекрасно видел. Фух. Но было сложно. Сложно, но возможно, как я вам говорил. Ну что, друзья мои, ад на дискотеке. Это уже будет у нас в следующей серии. И мы будем против Сальсы воевать. А на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи и до новых скорых видосиков.